touch. And in the wild I can hear your gentle call. I could know you, I could show you I'm enough. Look away, look away, 지금 시각 I will, I see.
わかんないけどけど誰かに言われたくない、したいことはわからない、でも決められたくない。 Give me a break stop now
Все ли работает? Да, все работает, все хорошо, можно не переживать. Осталось, ну что, третий пик, no creativity. Можно добирать у флейнера, можно забирать очередь себе, наверное, флейнера профитнее. Да. Ну и появляется брюмастер. Пивная панда крайне популярна в последнее время, и чем будут отвечать Team Spirit? Роль Сен-Кинга в этой игре еще не определена, но, скорее всего, все-таки это оффлейн Сен-Кинг, и сейчас мы увидим еще одного саппорта. Осталось какого-то для секунд. Команды Team Spirit. Ну и как и предполагалось, появляется второй саппорт, саппорт Disruptor. И ожидаем ответочку от NoCredit. Что-то у меня прям с голосом печаль, беда, ребят. Везде им было хорошо. А как только начинаешь врываться на СНГ регион, у тебя внезапно голос пропадает. Видимо, подсознательно уже организм отторгает этот регион. Хочется Южной Америки больше. Но тут появляется Луна. Для No Creativity. Осталось 10 секунд. И ожидаем ответочку от Team Spirit. Осталось 5 секунд. Ну что, минута времени остается спиритом на раздумье. Ну, тоже можно, на самом деле, сейчас открыть кора, учитывая, что уже известно, против кого предстоит играть. Против Луны. Ну, на самом деле, не самый сильный персонаж сейчас забирают себе. А не самого сильного персонажа забирает No Creativity. Так что можно и контрпикнуть. Остается 20 секунд времени, и это будет... Я бы избавлялся от Death Profit. Уж больно сытно она смотрится здесь. А с другой стороны, не ясно, против очередь кого стоит. Ну, от Razer. Ну, кстати, как вариант. Ну и последний бан от команды Team Spirit. Не хватает также позиции мидера для No Creativity. Не знаю, что там такого можно сейчас, от чего избавиться. Можно забанить ОД, к
крайне неприятный герой в последнее время, что там еще может появиться сейчас. С другой стороны, еще не ясно, против кого стоять, так что решили от Тинкера на всякий случай. Да, действительно, против Тинкера на ХГ сложно будет заходить в любом случае. Так что здесь я их прекрасно понимаю. И последний пик для команды Team Spirit. Кстати, не обратился к нашему замечательному чатику. Ребят, сориентируйте, пожалуйста, по звуку, чтобы потом мне не прыгать. А хорошо слышно или же еще прибавить нужно, чтобы был баланс, так скажем, во всем. Чтобы когда я орать начал, у вас минус уши не было. И появляется самый сильный герой Доты 2. Это Wraith King. Ну что, ультимативный пик от Team Spirit. Что могу сказать? По-моему, у No Creativity нет шансов. Осталось 10 секунд. Шучу, конечно. Осталось 5 секунд. И вот она, та самая Death Profit, от которой я сегодня вспоминал. Но правда, я думал, что она появится для именно спиритов. Ну... Но Creativity забирает ее себе, и это, видимо, противостояние будет скандала против ALTTV в миде Лондруида против Death Profit. Как-то так, судя по всему. Пока что все к этому идет. Ну что ж, пока игроки разбирают своих героев, я еще раз напомню, что мы наблюдаем за ESL One, готовится 2018, квалификация к этому замечательному турниру, который пройдет именно в этом прекрасном городе в Польше в этом году. Регион у нас, конечно же, СНГ, No Creativity против команды Team Spirit в формате BO3. Это первая карта, у микрофона для вас работает Джем. Ну что ж, давайте как говорится, и с ходочины залетает просто пауза от команды No Creativity. Ну что ж, у нас особого выбора нет, придется просто ожидать. Ну что ж, самое время рассмотреть героев, например, собственно. Вот смотрите, какой дизраптор. На тролля, мне кажется, больше похож из Вова какого-то, нежели на дизраптора. Ну, слава богу, пауза недолгая. Ну и расходятся игроки по линиям. Ждем каких-то стычек. Ну что, будет ли битва за руны, как я люблю? Очень хотелось бы, на самом деле, увидеть это, потому что люблю фраги до выхода крипов, но судя по тому, как осторожно играют обе команды, то вряд ли. Просят прибавить чуть-чуть игру. Ребята, ну пожалуйста, все для зрителя, как говорится. 30%, я думаю, вполне себе хватит. До начала сражения. И того, и того. И чуть-чуть войс убавь. Ребята, знаете, как могу... Могу вообще сделать идеально для вас. Могу вообще себя замутить. И будет просто идеальный стрим. Будете сами себе комментировать, сами себе анализировать. Как вам такая идея? Ладно, я все еще шуткую. На топе вылазка у нас на Баунти Руну. У Лидана могут быть проблемы. И Лидана забирать Баунти Руну, но в стадии это может быть ФБ. Все еще действует Thunderstrike, заканчивается его действие. Продолжается погоня за Илюшей. У Илюши проблема — это ФБ. Скорее всего. Но это не точно. Нет, все-таки спасается за счет того, что Бластом успел откинуться. Или же нет. Ну тут еще дизраптор подстрел, как бы. И дизраптор-то, наверное, точно должны забрать. Илидан, куда же ты без поддержки? Но в итоге ФБ достается Слендеру. И Team Spirit очень даже бодренько начинает. Слушайте, я как-то прям... Ну я же забыл, это же самый сильный герой в доте, да? Чего еще ожидал? Прошу прощения, ребят. Совсем уже отвык от того, что действительно величайшие герои в доте не проигрывают.
что бы ты им ни делал. Ладно. В миде будет пока что противостояние скандала против АЛТВ, но тут на самом деле до 5-го левела лунгруида. Потом скандал начнет страдать. Здесь все ясно. На топе продолжает стоять Брюмастер против дабл дизраптора и Врейс Кинга. Ну и на боте, конечно же, будет, видимо, трипла полноценная, потому что перетянулся сюда уже Слендер. Сейчас сделает двойной стак или же просто отвод. Не знаю, как он будет действовать. Ну и будет помогать пока что до прихода первой ночи своим тиммейтам. Ну а здесь, собственно, против них, конечно же, выступает король песков. Он же Сэн Кинг. Простонародье, который уже тут в песочке потихонечку подфармливает крипов. Ну что ж, как-то так. Бодренькое начало, да, ФБшечку уже сделали, но в целом все тихо, спокойно по линиям, на самом деле. Пытается на топе лечить худо-бедно Брюмастера экспульчику. Кстати, неплохо ему удается, у него уже скоро появится третий левел. Вот, в миди, что по ласхитам, пока что все в пользу идет именно скандала, потому что у ЛТВ не так все замечательно. Но опять же, когда появятся корни, будет по КД у нас ЛТВ гонять скандалы, и там уже Death Profit будет крайне сложно житься. А в это время на топе у Ридана могли бы быть проблемы, но на последней доле ХП откидывается бластом, отпивается сальвой и выживает. Выживает Илюша, не удалось его забрать. И продолжает. Хотя еще одна попытка зайти Брюмастера. Но Брюмастер на самом деле очень наглый идет. Хочет, очень хочет забрать сейчас Дизраптора. Дизраптор за елочку мансить до последнего. Дизраптор. ФНГшка выживает. Здесь молодец, отлично сыграно. Буквально одного удара не хватило. Немножко меня смущает то, что вот так вот безнаказанно здесь действует Сэн Кинг сейчас на этой линии. Его бы по-хорошему наказать за это. Хотя, с другой стороны, чем тут наказывать? А Луна-то пока что только третьего левела. По сути, на руках особо ничего не имеет. В наличии только третьего, второй, точнее, бим. Прошу прощения, там попытка выйти сейчас будет, возможно, от Бивера. Да, есть подкоп. И проблемы сейчас могут быть у Луны. Луна на развороте бимом откидывается. Слип разбудил сам себя Бибер. И в итоге выживает Луна. Здесь фраг не удалось сделать. В миде потихонечку начинает догонять ЛТВ по ласхиту своего оппонента, но все же все еще разница в целых 5 крипов. Так, у нас погибает Брюмастер, да выделывался все-таки на топе у нас Брюшка, его наказали здесь второй раз, это 2-0 в пользу команды Team Spirit. Так, ну и первая ночь наступает, ожидаем вылазок от Найсталкера, а он вот тут как тут проблема у Лидана, и Лидан, нет, Лидан никогда не денется, пытался его ФНГ подсейвить, глимсовал уже Найсталкера, но этого оказалось по итогу мало. В это время Бэйна забирает здесь очень красивый и тактично Бивер за счет Хадукена, точнее Шоквейва. Сатиром учителя, и это это третий фраг, прошу прощения, для Team Spirit, и первый фраг был сделан на топе в пользу команды No Creativity. Там у скандала замечательно, кстати, рунка имеется в миде, но, правда, с ней ничего, скорее всего, не удастся сделать. Ну, а вот теперь корни. Корни есть у Мишки, и нужно опасаться. Может, какой-то рандомный прок, и ты будешь крайне не рад этому. Там попытка была очередная зайти на Бэйна. Бэйн выживает за счет того, что в слип закинул Урсу лесную. И на развороте у Бивера проблемы. Бивер ночью, за ним погоня, подкоп хороший от Сэн Кинга, но это не спасает, к сожалению, от бима Луны. И здесь в очередной раз начинает агрессировать Брюмастер. Его глимсует обратно в ФНГ, есть Кинг Филд и... Здесь уже Элидан закидывает бласт, Ритуля. И, да, верно, отправляет Брюмастера. Перетянулся, правда, сюда у нас Death Prophet также, но Death Prophet на хосте.
Ее уж точно никак здесь не догнать, так что это безответный фраг. Еще становится 4-2 в пользу команды Team Spirit. А вот здесь сейчас, по-моему, ФНГ ошибается. Сбивает ему ТП. Так что... пожадничал, пошел в одиночку ночью за руной. И здесь его, собственно, в два ствола отправили в таверну. Так, на топе Лидан там что-то задумался в боковой лавке немножко там, что себе купить. В итоге покупает пока что ПТ, я так понимаю, дальше будет выходить в какой-то рамлет. Или же это сразу Мидас будет. В это время выход очередной здесь на боте на Бэйн. А Бэйн неплохо здесь разрулил. Все на развороте, можно попытаться забрать Бивера. У Бивера проблемы, есть перед Сифон. И это минус Чен. Вновь отправляется в таверну. Сейчас еще крипов своих отдаст, наверное. Да. Силы света укрепили свои сообщения. Неприятная ситуация, прямо скажем. Ну что, счет сравнялся 4-4, но вроде бы как фармит сейчас получше у нас Team Spirit. Переключимся, наверное, потихонечку на Netwars. Ну да, мы видим топ-2 позиции, это LTV и Лидан, но мы здесь видим уже трипла. Перетягивается обратно в мид, и могут быть проблемы. Сейчас мишку бы забрать было бы неплохо. Медведь сытный, вкусный, жирный. После спячки зимней сейчас прям втроем попробует оприходовать. Мишка. Мишку жалко, на самом деле. Хотя, слушайте, Мишка тут еще размонтил, всех прогнал и выжил. В это время на боте драка, проблемы огромные у Луны. Луна погибает, фраг достается Биверу. И это 5-й фраг для команды Team Spirit. Отлично сыграно. Пойдет в козлу. Ладно, что там по артефактам? Давайте посмотрим. Как-никак уже 8 минут прошло. У Луны пока что квилла, ПТ-шку себе не дофармила. И Лидан мы видели. Да, нет, все-таки будет выходить в армлет. Хорошо. Без всяких медасиков играет у нас. Он, конечно же, Соларинг, безусловно. Замечательный артефакт для Бримастера здесь уже у него имеется. А в это время агрессия, кстати, на боте. Может быть, сейчас на Бэйна. Бэйн, проблема у него. Подкопал Сент-Кинг. Есть кинетик филд. Еще станут кентавры сверху. И, кстати, неплохая перетяжечка. Бримастер. Но, по-моему, Лидан сейчас не рад такому возвращению на линию брюшки. Что его в ульте вернули обратно. Но бывает. Надо как-то мансить. Но, с другой стороны, это развязывает руки команде Team Spirit. Теперь можно идти спокойно пушить Т1 на боте, и никто здесь не помешает, скорее всего. Так, в это время смог разбили, и, наверное, вылазка будет на ЛТВ. Давайте посмотрим, удастся ли его здесь найти. Хотя, слушайте, в трех елках разминулись. Разворачивается обратно, правда, Луна. Видит местоположение уже Лондруида. Но как-то один на один драться с Лондруидом совсем не хочется. А вот втроем можно было бы попробовать, но там слишком маленький левел у Бэйна. Нет у него ульты, пока Бэйн 4-й левел. И драться совсем не хочется. Ну а в это время Team Spirit забрали Т1 на нижней линии и продолжают подпушивать дальше линию. Центральную башню сил тьмы атакуют. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Там, правда, параллельно также пытаются и No Creativity забрать Т1 по центральной линии. Ну а на топе драка. На топе драка и проблемы у Бримастера. Бримастера глимсует обратно. Или да, он еще один глаз закидывает. Там уже армлет имеется у него. Крепочки здесь вот свои же застопили немножко, но ничего страшного. Самое главное, что Бримастер погибает. Допушил скандал и компания в итоге Т1 по миду. Правда, в это время Т2 падает по боту. И тут по товарам сейчас далеко неприятный размен получается для команды No Creativity. И сейчас, наверное, после падения Таура, да, уже за 5000 переваливает преимущество. Это очень много для 10 минуты. И оно будет расти, по идее, только. Потому что что-то мне подсказывает, что Team Spirit скоро пойдут в атаку. Там уже Дизраптор так с 6-м. Почему бы и нет?
что попытка забрать Луну сейчас будет, есть эпицентр, у Луны огромные проблемы. Это соло-фраг, по-моему, для Декафобоса, отлично сыграно. Здесь даже помощь Бивера не понадобилась. Ну, что-то посыпались, но креативите, слушайте, вроде бы первые минут 5 они стояли более-менее, а сейчас прям совсем начинают проваливаться по экономике, по позиционке. В это время на топе вылазка очередная на Брюмастера, есть ультимативная от ФНГ, и тут точно фраг, еще один в копилку команды Team Spirit. Ну, слушайте, прям совсем, не знаю, прям без идей играют. Миди скандала забирают, как бы скандал пытается тут сифонами как-то высасывать ХПшку, перетяжка Луны сюда, есть ультимейт от Бэйна в Лондруида, но это все сбивается сразу Декафобусом, отлично сыграно, возвращает на базу у нас Лондруида, ЛТВ улетает, убегает Лондруид, Лондруид уже с Мидасом, уже 1800 на руках, но пока здесь заварушка происходила в Миди, в это время Иридан занимается верхней линией, забирает Т1 и уже... Спириты ведут у нас 7000 по золоту. Это очень много. Ну что, Team Spirit, недолго думая, разбивает смог и отправляется обратно в сторону бота. Слушайте, ну тут, мне кажется, сейчас, конечно, остановка может быть. Там попытка сагрессировать на Иридана. Иридан готов, в принципе, впитывать. У него армблет. Есть Primal Split. На развороте Blast залетает. Подкопали еще у нас Найсталкер. Найсталкер отправляется в таверну. Иридан, в принципе, готов разменять свою смерть. Даже если что, у него имеется реинкарнация. Пытается тут что-то делать Брюмастер, но... Ну что вы делаете? Вас Луна не дерется. Зачем вы врываетесь? Если бы они шли в пятером, я бы еще понял. В итоге заканчиваются действия ультимативного Брюмастера, возвращает на Глимси обратно, и он просто погибает. В итоге просто легчайшее минус 2 для ребят из команды Team Spirit, и, скорее всего, это еще минус Т2 на топе. То есть крайне непонятные действия сейчас от команды No Creativity, такое ощущение, что они действительно потерялись. Просто потерялись по игре, не знаю, что делать. Ну и где вы видели такое, чтобы на 10-й минуте, прошу прощения, ладно, на 13-й минуте забрали уже почти все товары, остался только один. Преимущество за командой уже в районе 10 тысяч, я так понимаю, скоро упадет Рошан еще сверху. И как с этим жить, непонятно. Ну что, Рошан падает. Не хотят драться за него никак сейчас, конечно же, на Creativity, потому что драться-то им, по сути, особо нечем. Луна далеко не боеспособный, пока юнит, у нее даже мома нет. Первый клип дамажит крайне мало, так же, как и первый, собственно, экзорцизм, который все еще в кулдауне. Без него тоже идти не хочется. Что-то прям вот... Я не знаю, но это вот... это примерно как у меня в паблике. Я там первые 10 минут играю, понимаю, что все, ГГВП, можно сдаваться. Хороший подкоп по двоим. Эпицентр сверху залетает от Сенкинга. И это минус саппорт. А, прошу прощения, я думал, это погибает у нас ФНГ. Нет, это погибает мейн-кэрри команды No Creativity. Но если посмотреть на самом деле на нетворсы, то тут спорный вопрос. Кэрри это или же саппорт? Ну что, можно забрать теперь последнюю внешнюю вышку. Центральное строение по... Господи, как же играет Декафобос. Как же он хорош. Сетка еще залетает от тролля. От тролля, прошу прощения. Ну, тут, конечно, заметна разница в опыте. Конечно же, я это предполагал. Я, в принципе, подсознательно знал, что Team Spirit должны прям доминировать. Но не думал, что это будет настолько жестко и... Знаете, вот прям не 18+, а вот что-то из разряда 21+, и выше. Вот все прям вот совсем жестко. Так, в это время подставляется Сталкер. Не знаю, что он тут делал один. Видимо, хотел сюрприз устроить. В плане того, чтобы ворваться в спину, кого-то здесь подцепить. Но, знаете, если даже ты начнешь врываться, далеко не факт, что ты сможешь даже один на один какого-нибудь саппорта забрать. Вообще не факт. Ну что, 13 тысяч перефарма, собственно, как и уже скоро догонит, наверное, Team Spirit тот показатель, что можно выигрывать по 1000 в минуту в плане золотого перевеса. Ну и пока что No Creativity вообще не понимает, что делать им. Заперлись на своей базе, ночь на дворе, и Сталкер вынужден стоять на базе, потому что... Ну, им просто некуда идти, им некуда выйти с базы.
Как только они появляются на линии, с ними происходят ужасные вещи, ребят, просто. Вот сейчас, например, с Луны тоже, вот сейчас это и произойдет. Луна там, конечно, мансит до последнего, и вот там Лидан уже выехал, как бы. Ну, а тут, как бы, декафобус на перехвате, и... Здесь должна быть табличка зацензурена обычно. Бэйн, о, дружище, привет. Кого-то здесь еще начали. Нашли брюмастера в ультимейт, поймали. Да я бы уже любил писал, на самом деле, но... Че мучиться? Вас... перефармливают тотально по всем показателям. 16-я минута, 16 фрагов и 15 тысяч по голде. Преимущество. Там Чен, там Лондруид, там Аегис, там Иллидан. С Аегисом, между прочим. Что вы хотите этому противопоставить, я конкретно вообще не понимаю. Ну что, Т3 упала. Там в это время Рейдинс уже подоспел для ЛТВ. Лидан продолжает здесь. Ну, в принципе, он опять же с Армлетом, вот с Аегисом может себе позволить размениваться здесь спокойно. Прожали глиф фортификации сейчас, выбили Аегис. Нет, прошу прощения, это культа была. Аегис все еще есть. Ну, а в это время Лундруид наваливает. Так, Смоук, интересный выход сейчас будет в спину. Есть экзорцизм, но, по-моему, моментально Бэйн отправляется в таверну. Результовалась у нас Луна, но слишком много таргетов. Так что здесь... урон не сфокусирован был. Есть олхил от Чена пока что. Погоня на развороте за декафобусом. В это время Слендера вообще... Ой, прошу прощения, Скандала никто вообще не бьет. И вот теперь на развороте проблемки Луны. Ее возвращают обратно. Луна может погибнуть. Байбек делает брюмастер. А вот у Луны байбека, к сожалению, не имеется. Подкопали брюшку. Брюшку после байбека. И, недолго думая, парни из команды No Creativity пишут ГГ. И вот так вот легко играючи за... 17, ну ладно, плюс-минус 18 в секунду, прошу прощения, минут, конечно же. Первая карта заканчивается победой команды Team Spirit. Ну что ж, не буду долго Не буду долго разглагольствовать, уйду на небольшую рекламную музыкальную паузу. Ребят, никуда не переключайтесь, вернемся к вам сразу по готовности. Надеюсь, что я уже буду не один.
all the pictures into the mind, but it's a flashing in my eyes. Don't you see my condition? The nation is gone running again. Can't you see now? Illusions right into your mind. Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Calling you, and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Whoa, deja vu, I've just been in this time before. Higher on the beat, and I know it's a place to go. Calling you, and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. The fiction is gonna run it again. Can't you see now? Illusions right into your mind. Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Calling you, and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me.
И снова здравствуйте, дамы и господа. Возвращаемся после музыкальной паузы на вторую карту противостояния Team Spirit против команды No Creativity в рамках квалификации на ESL One Katowice 2018. У микрофона для вас по-прежнему работают Crystal May Jam. Вроде Катовица, нет? Катовица же. Катовица. Надо будет зачекать. Я не, я к тому, что, знаешь, почему запомнил? Я помню, трейлер озвучил, и там Катовица было. Точно. Окей, окей. Всем здорово, пацаны. Сделай себя чуть погромче, если есть возможность. Погромче сейчас? Да, просто ты у меня на плюс 11. Не, у меня есть возможность сделать хоть миллион раз погромче, так, чтобы меня вообще клиповало на 3 километра, и все убежали со стрима. Anyway, здорово, пацаны. О, боже, по-моему, сейчас уже клипуют, нет? Нормально? Нормально. Не клипуют? Шикарно. Ну ладно. Короче, парни и девочки, что-то, по-моему, очень грустная карта будет у нас, потому что предыдущая вообще была очень-очень односторонней. Замечу то, что на первом трансляции веселее в разы, потому что там Лада нагибает Империю. Да ты что? Серьезно? Я серьезно. У них был перефарм, правда, где-то 8 тысяч, сейчас только 2, потому что Лада там фровит пару-тройку раз, но они сейчас законтролили Рошана и, возможно, добьют уже. Так имперцы. Это Лада, которая... Подожди, мы же вчера их кастерили. Да, мы с тобой вчера коммитили Ладу. М19, если не ошибаюсь. М19, да. Но М19 это одно, потому что там постоянно свапают составы и так далее. Ну да, но Империя это жесткий состав. Имперцы это норм, пацаны. Но типа к ним в оправдание сейчас все фанаты пишут о том, что они вчера заливали первую карту в хлам против эффектов, а типа вторую и третью на изичах вынесли сами, да, то есть вышли дальше. Вот, может быть, с Ладой то же самое, может, им надо типа сначала опуститься на дно, а потом как бы взрываться, как фениксы и так далее. Я не знаю, может быть, это их стиль, понимаешь? Ну, в любом случае, интересно. А представляешь, обойдут Империю, это вот такой взрыв. Я буду рофлить вообще. Да. Я надеюсь, что они вообще-то квалы выиграют, потому что это, знаешь, как это вот из фильмах обычно снимают про спорт, там, когда из грязи меняется какая-нибудь там неизвестная команда пробивается на чемпионат, давай. Ты что, я честно скажу, я обещаю, что если они выйдут из квал, я сделаю ролик по этому поводу. Можно ролик сделать. Вообще, да. Отдельный просто запилю специально для любителей всякой порнухи. Потому что тут реально, ну, кроме как 18+, не назовешь, если Лада реально пройдет. Ох, это будет хорошо. А, кстати, с кем они будут потом сражаться, получается, если они выйдут? Я сейчас не... Против победителей вот этой пары, да? Да, по идее, да. Ну, в Team Spirit, скорее всего. Ну, потому что здесь совсем уж... Ну, я не хочу... Ты не веришь, я понял. Ну, да. Я не верю в крайне в No Creativity. Слишком... Ну, ты сам видел. 11 минуты ребята стоят на базе. Они просто не знают уже, что делать. Да, ну, я видел. Ну, сейчас просто... Я считаю, что им надо просто взять что-то попроще. Знаешь, такое жирное, чтобы просто, типа, въезжать и не париться. Что-нибудь такое совсем однокнопочное, знаешь. Да. 3 кнопки на команду и нормально. Бей-беги, и все, больше ничего не делать. Так это приятная штука. Я считаю, что вот не надо стыдиться, знаешь, простых техник. Это, мне кажется, Лос постоянно об этом говорит. Вообще, на самом деле, как показывает практика, чем проще стратегия, тем вернее победа. Даже на Т1 командах. Потому что когда команды зачастую берут там пик на исполнение, там до миллиметра, да, то зачастую команда проигрывает. Что-то пошло не так. Кто-то поставил там хроносферу кривую, кто-то дал там прокаснику не туда, и все, и вся стратегия рушится. То есть, поэтому здесь я согласен с тобой. Замечу то, что все, кстати, убежали реально на первый стрим, там уже 19 тысяч, потому что минут 3 назад там было... Ну, потому что Лада тащит. Там уже Лада тащит. Я посмотрел на сетку, чтобы народ не думал ничего. Сетка такова, что они попадут, ну, Лада или Империя попадет на Вегу, а Спириты или No Creativity попадут на эффектов. Соответственно, эффекты потом, последствия, будут бороться за финальную часть. Но будет интересно, короче, посмотреть. Честно говоря, нижняя часть сетки в разы слабее, чем на топе. У нас верхняя часть сетки — это Гамбит и Вега, Империя и Лада. Да, а внизу только Спирит, по факту, из команд, которые реально серьезные. Ну, эффекты, как бы, может, кто-то назовет. Но, по-моему, они еще ни разу никуда не выходили, поэтому сомнительно. Ну, слушай, опять дают им спирит, мне кажется, пикать все, что хотят на No Creativity, потому что сейчас, смотри, появляется Лавсиллер, на оффлейн можно забрать сейчас какого-нибудь Дарксира и что-нибудь еще в мид, а-ля Пак, и все. Осталось и что ты секунд. Будешь делать? Ну, так не, даже спирита хватает для того, чтобы влетать. Не-не, я просто, я бы условно прям, вот идеальное, как для меня сейчас пик, это Дарксир в оффлейн и Пак в мид, все. Просто шикарно. Ну, нифига себе, ты уже просто расконтролил. Только, по-моему, Фобос любит более симпатичных персонажей, чем Дарксир на хардл, потому что он намного более, типа, любит исполнять, чем... Ну, Дарксир — это такое, типа, для команды собираешь артефакты, унылая фигня вообще. Что-то там какие-то надо собирать мики, пайпы, Ну, можно Сэнкинга опять забрать, опять же. А, нет, нельзя уже забрать, он в бане. Было бы. Да, было бы неплохо. Какого-нибудь. Тайдхантера.
Я так рад, что у нас нет вайда. Я сегодня утром комментил в соло 2 BO3 Юго-Восточной Азии, там по кулдауну был войд. И там были и хорошие вайды, и вайды, которые, знаешь, там типа пикнули Феникса. Осталось и вайда. И они за 50 минут ни разу не смогли скомбинить. Вообще ни разу. Вот прям вот совсем. И ты каждый раз такой, типа, ну как, ну пацаны, ну хватит. Вот. И слава богу, сейчас вайда не будет, поэтому попадать хроносферами не надо. Это хорошо. Попадать надо будет только Кунке своим кораблем. Но это не обязательно, он саппорт может фейлить спокойно. Ну что, предпоследний пик от команды Team Spirit. Действительно, сейчас лучше, наверное, забрать себе оффлейнера, потому что мидера можно и приподдержать, то вдруг еще чем-то удивят. Да можно и хардлейна попридержать, почему бы и нет. То есть, бывают такие харды, которые... Опа! Омник. Ну вот, оффлейн. Исполнение. Ну такой пассивный саппорт, то есть я бы не сказал, что он прям фобосовский, но здесь он реально неплохо смотрится, потому что дополнительных... Репеллов мало не бывает, если против тебя дизраптор и кунка. Это да. Так что тут массовый рассказ от No Creativity будет дожиться максимально. Я пока вообще не вижу, что пробивает репейл БКБ, как бы. Ну, пока ничего. Как ты контрить лайфстиллера с Омником вместе будешь, то есть пока не ясно. То есть нету Бэйна какого-то, нету там... Че, кто там еще у нас? Ну да, Бэйн, наверное, был. Я знаю, короче, как контрить заезд инфест бомбы Спирита и Лайфстиллера. Смотри, короче, ты кунка, ты кидаешь на зим ботинки, и в Спирит байтится внутри инфеста, и ты всех мочишь просто там внутри. Так, Медузка. Медузка — это нормально. Медузка — это хорошо против таких персонажей. Но я хочу Брюмастера на хард сейчас от No Creativity, потому как это идеальная контра Омнинайта. Брюмастера же нет в бане? Нету. Брюик, короче. Брю был, кстати, перс. Да, прошлую карту был, но Креативити как раз-таки в оффлейне стоял. Ну, там такой себе у него оффлейн по итогу вышел. Там три раза умер. Ну, там минусы вот то, что типа Лайфстиллер, например, не так уж плохо стоит против Брюмастера. То есть его лейнинг-стадия будет не идеальной, потому что, опять же, Дранкен Хейс будет не настолько хорош. Но зато ты реально снимаешь Гардиан Энджел и Репелла. Это очень круто, это очень сильно. То есть ГА просто не работает. Тайдхантера побоялись сами Спириты. Сейчас действительно Тайдхантер тоже смотрелся бы приятно. На эту линию. Ну, типа РПЛ, рейдж, все дела, тебе надо будет ждать. То есть арбузу здесь на самом деле не так вкусно, потому что он должен был бы реально очень много думать перед тем, как нажимать главную кнопку. Не, ну, по крайней мере, по крайней мере, на стадии линии он бы стоял более-менее на лайнинге. Там-то, понятное дело, потом, да. Там придется думать в любом случае, когда нажимать. Минус АД, потому что Медузу пикнули, и теперь No Creativity думают насчет своего мидера. Я на месте Team Spirit взял бы что-то выжигающее ману, типа Вокера, но Вокер сейчас не очень, честно говоря, в мите, плюс ему будет достаточно сложновато стоять против любого практически персонажа, который берут сейчас. Осталось 10 секунд. No Creativity... и Razer, кстати, смотрится хорошо против Лайфстиллера. Да, Razer как вариант. Действительно. Они если в бане. Не медовый, да, не, он в бане, прошу. А, в бане, да? Да, он в бане, Абадон появляется. Абадон хардлейн. Да, это какие-то медузы в мид, похоже, каритин. Да, именно так. Это нормальная тема, это нормальный сетап. Но Абадон тоже пассивный хардлейнер. То есть у нас будет с тобой очень медленная игра, потому что два хардлейнера в двух командах, оба пассивные, а не врыватели. Так что мы можем реально ожидать здесь, если не будет доминации одной или другой команды, ожидать здесь 30-40 минут совершенно спокойно. Ну что, в любом случае осталось еще дождаться последнего пика Team Spirit. Им все еще не хватает позиции мидера. Ну, на самом деле, про инвокера то ты сказал, мне тоже нравится вполне себе. Я думаю, что они возьмут что-то другое, на самом деле. Team Spirit немножко о другом, в принципе, как команда. Поэтому... Ну да, я тоже не помню, чтобы они часто играли с этим персонажем, так что да. Сейчас посмотрим. Мне на самом деле реально интересно, что они предпримут. МПЛ смотрится перспективно вполне себе. Ну как но бы. Но ему будет сложновато здесь Зевс. Вот это жестко. С Ганимом Зевс жесткий. Так Зевс в принципе жесткий. Ну, да. Мы помним как время, когда Зевсом Нави выигрывали квалы просто по кулдауну. Там типа они две квалы подряд, по-моему, выиграли. Я помню просто время, из-за того, что пикали Зевса. Когда Дэнди в мид выиграл пуджом по кулдауну, было дело кидать. Не, но я-то про недавнее время, буквально это когда было. Сколько у него там был счет? Один китаец в минуту он съедал? Да, у него. Но я скорее про дримлиговские квалы, которые были буквально пару месяцев назад, и там Зевс был просто разорви лицо. Зевс очень хороший персонаж, да. Я просто он хорош против Дузы, знаешь почему? Потому что его пассивка работает сквозь моношилд. Меня другое порой накаляет, что многие игнорируют покупку Аганима.
Ну, то есть нимбусы, как по мне, очень крутая штука, я не знаю, почему. Не всегда заходит. Тут просто весь вопрос в том, как у тебя строится тимфайт, понимаешь? Например, в случае с командой No Creativity, тут парни будут жестко расплечены. То есть не будет такого, что они всей командой заходят на одну точку. Нимбус хорош, если у тебя несколько милишников. И, ну, то есть нимбус хорош так же, как, например, ульта Медузы, да? Он хорош против милишников, против того, как тех команд, которые любят толпой заходить тебе в лицо. Это да, это тема. А если вот так вот по одиночке, ну, тут сомнительно. Сейчас посмотрим, что будет собирать ЛТВ. Мне на самом деле крайне интересно, что вообще здесь в этой карте будет происходить. Я только сейчас обратил на аватарку Декафобуса, прошу прощения, что перебил. А что там? У него Анима? Этот, как его... Забыл, как назывался, напомните мне, ребятки. Мои но подписчики. Он анимешник, да. Нет, ну, мои подписчики, как. Которые... Как там у Лилуш называл способность, господи, которая... заставляла людей подчиняться. Короче, ну, Лидана ставит эта способность, а видишь, у Фобоса это, типа, активная способность. То есть, по идее, Илидан приказал Фобосу делать все, что он хочет, и Фобос ему подчиняется. Ну, как, о, боже. Судя по аватарке. Ваше анимешное порно, боже, я не могу просто. Хентай пересмотритесь там и давайте, да, блин. Да. Ну, это вообще-то так, классика, ладно. Сейчас не наезжай на... Хорошо. Нет, именно на непосредственно на это произведение. На... Я вообще не наезжаю ни секунды. На Кодгиас не надо наезжать. Хорошо. Короче, давай с тобой пересчитаемся. Я за Team Spirit, LTV, Зевс, Бивер, в Spirit, Фобос, Omninight, FNG. Соответственно, Witch Doctor, и на боте у нас стоит или данч на лайфстиле. Ну, но у Creativity ничего новенького здесь нет. У них Массакра будет играть, конечно же, на Абадоне. В прошлый раз он играл на Брюмастере. Здесь Слендер будет играть на Роме Щекунке. В миде, само собой, скандал на Медузе. В легкой будет стоять у нас Нефрит на Тине. Ну и саппорт, само собой, Мата на Дизрапторе. Короче, мои ставки таковы. Early game точно за спиритами. Я думаю, процентов 80, ну ладно, 70% фарма будет у них. То есть они выигрывают, скорее всего, middle линию. Они выигрывают, скорее всего, топ линию. Если они молодцы, конечно, и будут хорошо использовать Witch Doctor плюс Omninight. И F-Spirit не будет там где-то непонятно где. То есть Бивер бывает, играет не так качественно, как хотелось бы. И Lifestealer на боте стоит 50 на 50, если его бросают саппорты, а я бы на их месте реально его бросил и оставлял бы ему соло experience. И он спокойно стоит против Абадона. Вот. И я думаю, что все будет окей. То есть у Team Spirit тем временем на топе. Вот как раз то, о чем я говорил. Выигранная линия. Практически, боже, кинетик килл. Как же хорошо вводит. Но Нефрит все-таки выживет. Там немножко не хватило. Чуть подальше бы поставили бы, если бы Static Field, господи. Так, в смысле, Kinetic Field, да. Это его был. Его тиммейта. Я про то, что они грамотно поставили так, чтобы отзонить Фобоса, ну, да, и компанию. Да. И к тому, что наоборот, если чуть дальше бы поставил, то со стопроцентной вероятностью бы выживал. Не было. А, ну этот парень не так выживал. Но да. Вопрос в другом, что ему фармить не дадут на этой линии. Конечно, вообще никак. Конечно, не дадут. Против такой линии здесь вообще нечего делать. Еще и врываются на мату, маты проблемы, он кидает еще Никенский Филд, и полетели каски, сейчас еще и Нефрита заберут. Короче, это ГГ, друзья. Я не знаю, я бы уже ревнул, если честно, и сгорел просто. Тебе приходит трипла, оффлейн, два саппорта, и все, ты ничего не можешь этим сделать. Да, и все это время Слендер смотрит на это все дело, не может даже затпешиться. Боль, реальная боль. И это канцерная линия, то есть здесь надо что делать, да? Либо переводить Тинника на другую линию, либо... бросать Тинника, получать соло экспириенс. Ну, мат опять чтобы убьет, он сидел в леса. Полетели каски. Умрет. Есть перификейшн. Полено. Полено, правда, забрали, конечно, здесь еще и Фобос, но ничего страшного. А, прошу прощения, Фобос. Не. Все. Забрали спирит, а сейчас еще ФНГ умрет. ФНГ, да, забрали. Это фит. Это фит, друзья. Я уже попутал немножко, кто на ком. Все нормально. Фобос выживает. Все. Здесь, да. Ну, поняли. По щам получили, хватит. Хотя тут на развороте еще Слендер сейчас подцепит, да. У Фобоса есть манга, поэтому он может его провязать и дать перификейшн, но что-то он жмется очень жестко. Не знаю почему. Не хочет на Слендера. Да, мне кажется, урона видимо, просто понял, знал, что не хватит, а и смысла не тратить. Типа там замедление, сверху можно пару тычек дать. То есть там F-Spirit даст с Роллинг Болдером, который у него откатится через 4 секунды. Плюс Арба Веном, плюс Дигинаура. То есть это реально много замедла. Я думаю, что они могли попытаться. Просто они, наверное, думали, что там, если что, Аваланч подсейвит. То есть Тинник придет, даст стан. И тогда это будет проблема. Так вот, короче, да. Я считаю, что линии здесь все должны быть выиграны. 70 на 30. И дальше уже из этих выигранных линий мы увидим Сноубол. А что может спасти No Creativity? Вот вопрос. И этот вопрос очень серьезный. Как ты думаешь?
что вообще их можно спасти? Может спасти то, что просто пойдут Team Spirit под товара и будут умирать, пока да, как вы. Не, ну я не про... Ну, давай уберем идеологию фида, да, то есть понятное дело, что если будешь видеть, то как в любом случае проиграешь, но если взять креативити, что у них есть, да? Первое, что они могут сделать, это максимально постараться залутать себе левлы на спортах. Как только у них появится Кунг 6 левел и Дизраптор 6 левел, они могут люто комбинить под Тинника. И реально любой персонаж у Team Spirit умирает, не считая, возможно, Найкса, и то, если повезет. Бивер получает на всякий Kinetic Field, сверху еще и Thunderstrike, очень много дэмэджа, но он укатится, все будет с ним в порядке. ФНГ принимает на себя немножко дэмэджа, Фобос еще имеет Purification, может задамажить Нефрита, но Нефрит тут не умрет, конечно, просто отойдет подальше. Но опять же, как только у Вич Доктора появится второй, третий Меледикт, здесь любой умирает, вообще любой. Ну, Тинник, конечно, немножко жирненький, но все равно. Маледикт будет очень-очень больно бить. Ну, в любом случае, остальные линии прекрасно справляются со своей задачей. Самое главное, что сейчас коры не особо хорошо фармят. Мы видим, что Windows за 1300 относительно того же Зимса, который 1700. Лайфстиллер или Дан имеет 2000 нетворс, когда оппонент, по идее, по линии тоже отстает. Тинни тоже не фармит, практически ничего не видит. То есть единственный хороший фарм это Абадона, но мы все прекрасно Слендер понимаем, нашли. Что... Слендер. Да, Слендер нашли, убьют. Но мы все прекрасно понимаем, то, что Абадон не вынесет так много импактов в мидгейме. Даже несмотря на то, что у него будет левел, и даже несмотря на то, что у него будут артефакты. А у него будут артефакты, да, он фармит ровно таким же образом, как и на X. Но это не имеет никакого значения, пока все саппорты находятся на топе и стараются сделать все для того, чтобы у Тини был фарм, а у него его нету. Да, то есть это не помогает никоим образом. Зевс на миде просто насилует Медузу. Они выигрывают мидл, они выигрывают топ и стоят 50 на 50 на боте. Означает это, что только одно, что им нужно либо бросать Тинника, потому что все еще эффективности ноль, либо и пытаться спасти Медузу и сделать из нее главного кор-героя и стакать ей, это первое, потому что стаков нету. Потому что они постоянно заняты тимфайтами. Во-вторых, уничтожить Зевса. Максимум отзонить его. Вообще максимально. Но сейчас уже практически поздно, потому что у него уже пятый левел, он уже просто даст любому по щам здесь. Так, неплохо, кстати, кинуть Квилд. Правда, Каски успел откинуть у нас в МГ. Ездит Маледикт, проблемы маты. Мата должен погибать. Там Глимсанули еще кого-то у нас. Подальше. Там попытались добить ФНГ, причем посмотри, как Сландер качается. Он решил, что Тайтбрингер важнее, чем Смазый Спот. В принципе, в какой-то мере он, наверное, прав. Но торренты точно кидать невозможно под ним. И в конце концов Сландер все равно умирает. Даже несмотря на то, что он пытался выдать дэмэдж в ФНГ. Это минус 2 саппорта. Вот, ну это ГГ, друзья. Два сапа не понимают, как они сейчас могут себя использовать. Их с самого начала начинают унижать. При этом всем уходить с линии они не собираются. И Тини не получает и фарм, и не получает одновременно с этим левел. Там и Медуза не может к крипам подойти по-хорошему, потому что Зев сейчас, по сути, из бесконечной маны купил себе соло-ринг, ботл и ПКД будет спамить. Ниже да не, она выживет более-менее. То есть у нее теперь Аквила, и Моношилд есть, и Ванды есть. То есть Ванды очень хорошо ее регенит, потому что она стоит против Зевса, да, она постоянно их заряжает. Но вот сейчас смог, и вот минус Дуза. Либо минус Сландер. Думаю, минус Сландер, да. Это минус именно он. Или нет? Там что? Хаста, не будем забывать. Не, просто жду, когда ты бежит вот, Зевс просто. Зевса хейст, он может бежать до последнего, забрать. А, это минус 2. Прожимая стики Дуза, опасно идти на самом деле. Подходит все равно Бивер, втроем, наверное, заберут. Да, Дуза тоже погибает, это еще не минус 2 очередные. Еще то есть, когда она увидела хейст на Зевсе, она знаю, решила что, сделать тэп-аут. Надо было сразу летать. Либо делать тэп-аут, либо уходить в лес, либо уходить например просто пешком сразу, да. Зачем там было пытаться драться вообще, смысла непонятно. О, смотри, Слендер наконец понял. Смотри, весело. Ну, то есть, я имею в виду, наконец-таки, на седьмой минуте они поняли, что... Не стакнет, нет? Стакнет, стакнет. Он наконец-то... Я же говорю, что? Да. Ну, то есть, там надо раньше отводить, да. Я тебе про это высказал. Ладно, все, я не хочу об этом говорить сейчас, да. Но просто я о том, что идея была хорошая. Он понял то, что драться нельзя. Больше невозможно драться, они не могут это делать эффективно. Да, значит, что надо делать? Значит, нужно максимально создавать ситуацию, в которой Дуза сможет выформить, потому что на Тинника можно забивать. Просто совершенно спокойно. Вот сейчас они правильно сделали. Они оставили Нефриту соло-левел, да, соло-экспириенс. Он стоит, его полутает. Да, он все еще не фармит нормально, но плюс-минус хоть что-то вкусное. Вот. Тем временем на боте, кстати, уже начал Лидан выигрывать по полной, потому что, опять же, Абыч уже не может быть таким эффективным. И что самое интересное, он перефармливает на 2 левла. На 2 левла и на 2000 голды. То есть, если в начале ботом линия стояла одинаково,
Ты сейчас, несмотря на то, что тут соло на соло, все равно Иридан очень сильнее. О, это мой паблик прям. Когда тебе на линии настолько плохо, что ты вынужден идти фармить свой лес. Вот это да, это примерно мой уровень. Не, ну это нормальное состояние для Тини, то есть это не смертельно. Да не, я не говорю, что это плохо, ну то есть... Смертельно я не говорю, для него все, вся предыдущая часть игры. Это да. Ну а что делать еще? Сам себе постакаешь, сам популишь, сам побьешь крипочков, потому что вариантов больше нет. Нужно как держаться, хотя как держаться? Тут, ребят, прошло 8 минут, а уже 5000 перефарм по голде. Обычно к этому моменту там плюс-минус 1000 ведут обычно, ну, когда команды более-менее ровные. Равные. Ну, вот тени нашли в лесу. Есть там, но не стали за ним гнаться, смысла нет. Ой, я представляю, как горит сейчас у тени, если честно. Да, не сомневаюсь, вот он. Честно говоря. Потому что даже у меня полыхнуло немножко от такой ситуации, что просто безысходность. Там на топе заходит уже Декафобус за тавр, забирает пачку крипов, Т1 сейчас упадет, конечно же, но... Я не знаю, вот команда No Creativity сейчас, по сути, отрезана вот так. Все. Дальше она никуда не ходит. Верхняя башня сил. И уже на 10-й минуте, ничего особо не делая, по сути, ребятки из команды Team Spirit начинают поджимать своего оппонента. В смысле ничего не делая? Они создали хорошую ситуацию на топе при помощи агрессивной трипл с Уминайтом. Нет, сейчас они не особо ничего не делают, просто уже No Creativity боятся идти куда бы то ни было. Так а они не могут, даже если захотят. Тут дело не в боязни жить, тут дело в том, что потенциала тимфайтового нету. Нету двух шестых левлов на двух саппортах, из-за этого нету самых главных вообще активных способностей. И два у тебя вот этих парня, типа Медузы и Тини, они не готовы сейчас драться вообще. Потому что у Тини нет голды в принципе и левла. А у Дузы, если есть левел и голда, то... Ну, даже не то, что голда у нее есть, так плюс-минус. То она просто не такой эффективной керри сейчас на 10-й минуте. Она и не должна, в принципе, быть. Все должно происходить по-другому. Типа, Абыч должен максимально реализовывать сейчас свой левел и голду. То же самое касается Тиника, а у них ее нету. И, например, то же самое, что касается Абадона, он сейчас провязал ульту просто в никуда. Да, его практически... Его просто пробил Иллидан. У которого уже армлет на 11-й минуте, при том, что он стоял соло и 10-й левел. Вылазка. Нашли опять Слендера, есть Маледик, Сайленс накинули. Всевышняя полетела, еще в Медузе как бы не постряс здесь ненароком. Тут, на самом деле, Спиритам даже думать сейчас незачем. Ни о чем в принципе, да, то есть они знают, как это заканчивать в свою пользу прямо сейчас. То есть им даже менять ничего не надо. Они постоянно напрягают топ, они забрали под контроль чужие леса, и на ботами фрифармит Иридан, к нему вообще никто не приходит. И я все еще не понимаю, почему Абадон не придет своим тиммейтом и не попробует сделать хоть какое-то напряжение, хоть где-нибудь, типа. Им крайне это нужно сейчас. Какой-то спейс. Ну да, согласен, а смысл стоять против Иллидана, который так тебя уже переласхитил и по левелу ведет, ну, какой смысл? Ну, видимо, нет никакой, знаешь, какого-то лидера, который бы сейчас сказал то, что нужно куда-то идти. Возможно, они считают то, что нужно долутать себе шестые левелы на саппортах. То есть Слендер пытается выйти на линию где-то подфармить, Дизраптору отдали соло мидл, у него сейчас будет статик линк буквально через вот трип тира 2. Тем временем вылазка на скандала, скандал умрет. Нет, не умрет, все хорошо. Под сейф от Тиника будет вместе с торрентами. Нужно откинуть. Палка в мату. Мату сразу дает статик шторм. И все, по-моему. Это минус ФНГ. Впервые, по-моему, он умирает. Да, до свидания. Вич-доктор тем временем умирает еще. И в спирт. Хороший фит. Прям приятненький для скандала и нефрита. То, чего им не хватает сейчас. Лишних денег. Да, там прилично отыграли, казалось бы, за двух саппортов, да, но все же разница сразу же на 2000 упала, и 6000 всего лишь сейчас в Team Spirit. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Так, момчик на медузке. Будет быстрее фармить стаки, до которых ее не должны вообще допускать сейчас. Совершенно. Мы видим снова ФНГ ставит хорошие варды. А, касочки полетели, медузу подстанили. Там Зевс под замечательной руной волшебства находится под действием. Она еще долго будет действовать, значит можно маны не жалеть.
Такое ГГ, конечно, грустно, реально. Надо что-то делать с этим срочно. Нужны ульты красивые. Дизраптор сейчас откатится как раз-таки в Static Storm. Через 12 секунд. С этим можно работать. Тем временем Спирит умирает от Нефрита. Хороший подпит, опять же, очередной для... Синика. Фобос на кресте. В конце концов, Фобоса, кстати, тоже могут убить. Он использует Guardian Angel, пытается уйти. Не получается до конца убежать. Avalanche хороший. Возвратили при помощи Глимса. И Фобос реально отфидится. Точнее, отфидит. И это еще один килл для Тини, который получает стрик. Крайне много денег для него. Это 1366 голды для Creativity. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Там Малидан скоро будет с изолятором уже. По-хорошему. Забрал благополучный тауэр, продолжает фармить. Но Creativity пытаются как-то вернуться в игру, но крайне мало, конечно, форс. Но им сейчас помогают. Им сейчас я про это и говорил. Ну, то с такой игрой можно и камбэк. Нет. Когда противник всеми силами помогает тебе сделать камбэк. Ну тут на самом деле Team Spirit и понятное дело, что делать, да? То есть они максимально спейсят на топе, очень много дают вижена на чужой лес, делают все для того, чтобы скандал не имел возможности фармить в своих собственных лесах. Но из-за того, что Найкс их не хочет поддерживать, то есть Иллидан занимается своим, сидением на линии плюс фармом чужих эншентов на боте, то есть он максимальный сейчас нетворс вытаскивает. И именно он является тем самым парнем, который получает дивиденды с фида, который сами Team Spirit устроили на топе. По факту это Space Creating, реально. И на миде заезд на Абадона. Абыч потерял ульту, потеряет сейчас еще и жизнь, но Маледикт тут добьет его 100% или нет? Почему? Щиток может пинуть. Еще один? Да, все нормально с ним будет. Выживает. А в это время Троица Святая уже перетягивается на топ. Сейчас могут найти, например, Тини здесь. И вот Мата был в шаге буквально от того, чтобы погибнуть. Но вот все-таки решили Тини попробовать забрать. Тини было очень больно. Накинули Сайленс. Но в это время на развороте забрали ФМГ. Мата глимпсует обратно нас. ЛТВ, по-моему, тут начинается легкий подпит у нас сейчас. Не-не, Фобос очень вовремя пришел, накинул подкил на ЛТВ вместе с Репалом и ЛТВ, может, ЛТВ умрет. Ты паут. Все ок. Нет? До свидания. У скандала не было маны на... Я думал, что Мистик Снейк будет, да, как бы. Ну, я говорю, у него не было маны. Никто просто не покупает аркан тапки, поэтому печаль беда для несчастной дуски. Такое, конечно. Ну, это не ладно, бит, опять же, да? Из плюсов, пока там драка была, Иллидан уже Т2 сломал, тут уже вплотную к Т3 подобрался. Я и говорю, то есть, если Team Spirit фидит саппортами, то это совершенно адекватно. То есть, нет в этом вообще ничего страшного. Если они не фидят ДК-фобосом, например, который реально много денег может дать, то все замечательно. Иллидан попытался вкрыть сантиник. Я думал, что он с инфестом вышел, думал, странно, что не заявил, он кулдаун. Да, с инфестом бы забрал. Так. Что тут делать, Массакр? Ну, в смысле, тут глимсанули Иллидана, типа, мол, окей, давай убьем. Хорошо, говорит, давай. Иллидан два раза шваркнул, говорит, что-то больно, не хочу больше бить его, больше не будет. Так, Медуза Маледикт плюс Каски, она уйдет, никто на него не будет езжать. Тир-1 вышка на миде стоит, как, знаешь, этот вот больной зуб мудрости, надо вырубать срочно. Не говори мне, завтра идти, пожалуйста. О, нечестный человек, не напоминаю. Про зубы мудрости вообще... Для меня вообще, я, знаешь, то с того, что мало, я вообще мало вещей, которых до усрачки в жизни боюсь, но вот одна из них — это дантисты. У меня то же самое полностью, вообще, я ненавижу их. Я когда последний раз был, я вырвал подлокотник, который там вцепился. Нормально. Вцепился с такой силой. Вроде бы, кстати, не больно, просто из-за того, что как бы... Да, я понимаю. Да я от одного запаха. Да, все уже. У меня уже, я весь мокрый, там вроде кондей работает, я весь потный сижу, знаешь, нервничаю, как на допросе какого-нибудь, на пытках и так далее. Так что это для меня больная тема. Ладно, давайте отправляться на тир 2 вышку. Тут у нас скандала повесили на собственный крест. Типа, знаете, вот в лузко в формате кину-ка я Снейк и вернусь обратно, но или данный даже это стать ему не может. Из позитива для скандала, хотя бы против него нет ни одного персонажа, который любит собирать Diffusal Blade, потому что хотя бы ману не выжигает вообще никто. Но Иллиданыч должен снести здесь тир 2 вышку. Массакр влетает. Можно использовать кунгский бот. Еще и Avalanche. Тост, до свидания, Иллидан. Что-то я не понимаю, где его команда была в это время и почему у меня Найт вообще в другой части карты. А, Фобус фармит себе Радианс. Все с ним замечательно. Странная идея. Ну, на расслабоне играю Team Spirit. Ну, косарь отдали. Ну и что? Вернем, отдали, да. Как бы. Ну, ничего. Это да.
бояться. Да. Ничего не бояться, им торопиться некуда, собственно. Создаем интригу, расслабляемся. Потому что я боюсь, что как только соберутся ребятки из команды Team Spirit, звучит неправильно, команда Team Spirit из Team Spirit, то игра закончится моментально. Вот что боюсь. Как мне кажется. Вот Медуза, привет. Как дела? Есть кокосики. Десвард. Накинули Вейл, прожался Стоунгейс. Но... Не, она умрет от Валедикта. Нет. Не сегодня, говорит Крич Доктор, да. Ну там еще плюс Вейл в Дискорд накинул, как бы там вообще очень много урона. Центральную башню сил тьмы... Так это был даже не последний тик, и даже не предпоследний, да. Ну вот, ну это все. Фобос развлекается радианцами, но это означает то, что ему уже вообще плевать на эту игру. Реально, вот на 100%. То есть в нормальной ситуации, я сомневаюсь, что Фобос пошел бы первым артом в радианс. Хотя, опять же, я, конечно, не знаток фобосовских Omni-Knight'ов, не каждый день сижу и смотрю на него. А ЛТВ собирается занести там крипов. Слушай, а ты не знаешь, какие у нас катки на ПГЛ сейчас будут? Честно? Не да. Имею ни малейшего понятия. Понятно. Там в расписании стоит пустые, не успел посмотреть даже на... Понятно. Я узнал об... о том, что... Илюданыч на боте вгрызается в Сландера. Минус Сландера. Я узнал о том, что у нас параллельно сейчас идет вообще к... О-хо-хо-хо, мату можно было больше забрать. Кстати, я не знаю почему, ну ладно, можно было... Не инфестировал, да. Да, инфестировать и забрать. Ну ладно, не суть, я говорю, я только узнал за полчаса до нашей трансляции, что там параллельно, оказывается, идет еще и Бухарест. Да, Бухарест там творится полный. Вот, я говорю, отлично, что. Ну а завтра как бы эфир на Бухаресте. В смысле, у нас сегодня эфир на Бухаресте? И завтра. Ну это завтра, да, понятно. Но это то сейчас у нас будет. Ну я в курсе, да, сейчас эта игра закончится, и мы пойдем. У нас там в... Бухарестить. Там, по-моему, в час ночи начнется игра первая. Не, в 11. В 11? Там сейчас уже идет, как бы, СНГ-регион, если что. Ну, у нас там, типа, финалы будут, я насколько понял. А будет, короче, спросить. Знаете, вроде как в 11. Финалы квалификации должны быть, по идее. Не, там финалы групп квалификации, я так понял. А может быть, финалы квал... Вообще не знаю. По-моему, финалы групп там. Ну, не, почему так квал? Так кто делает какие-то группы? А завтра группы будут. Ну там, где, я так понял, панквалы были. А, ну ладно. Так, залеты на дизраптора. Дизраптору больно. Его подхилят. ЛТВ решил не использовать Thundercore. Год. Слушай, а у Team Spirit реально Боржоми спонсор? Я не знаю. Может быть. У всех написано Боржоми. Я зайду на их сайт. Круто. Не, я что-то слышал про это, что там про Боржоми было. Потому что я как-то у себя на стриме пил Боржоми, говорит, ты что, тоже подписал контракт с Боржоми? Я говорю, чё? Шоху, да? Не, я не вижу у них, например, в поддержке. Ну, может, Боржоми, типа, после новогодних праздников поставили все дела. Пора. Не знаю. Сейчас посмотрим. Боржоми. Надо было это сделать от первого лица, потому что сейчас исполнял ЛТВ, ну ладно. Знаешь, что мне нашлось? Spirit of Georgia. Дух Грузии. Не, походу... Я не знаю, короче, друзья, если у кого информация, там в чатике напишите нам. Ну ладно, не сделал больше. Нижнюю башню сил света. Ну не сделал. Ну что, Рошана забирает Team Spirit, отправляется обратно в атаку. Дабл дэмэдж у Ридана, все просто идеально складывается. И Ридан просто идет грызть Т3. Верхнюю башню сил тьмы атакует. Пусть. Знаешь, что я заметил? Там глиф фортификации нет. Нижнюю башню сил света атакуют. Так, вырывается на Медузу, есть Маледикт. Здесь на разворот неплохой ждать ультимейт по двоим ставить Дизраптор. Пошел прокаст и моментальный минус 2 от No Creativity. Забирает у нас Умнинайта, забирает также у нас ФНГшку на Вич-Докторе. Возвращают обратно еще и Лиданна. Боже, как умотало здесь. Но Лидан погибнет. Слушай, это Мюсагис, это провал. Да. Да все, это камбэк, друзья. Подожди, выходит АЛТВ из кустов. Но... Пока что только минус 2. Илидан бьется до последнего. Закачивается действие ультимативное. Абадон прожимает стики. Просто откидывается буквально 2/3 себе сразу. Медуза бы добить. Медуза все еще живет, погибает только сейчас. И здесь забирает еще и Абадон. Это Тивайп.
Они серьезно думали, то, что они два раза убьют Иллидана? Ну, как бы. Там просто этот Зевс спрятался так в кустик. Ну так да, но стоял. Да, все знали, что он там, я имею в виду, это было видно, когда он уходил туда. Ну, не суть важно, я потому и говорю, что это типа ГГ, что это рофл, потому что на самом деле они просто выбежали сами, непонятно зачем. Непонятно куда. Ладно, Иллиданчик пошел бить товар. Смотрите, пацаны, смотрите, какой вкусный товар. Раз кусь, два кусь, три кусь, четыре кусь, пять кусь. Абыч говорит, на тебе по лицу, на тебе по лицу мечом, уйди, пожалуйста, уйди. Так, или да, он прижимает рейдж. Не-не-не, рейдж. Не, ну понятно, понятно, просто. Я комментирую просто, доту. А, ты комментируешь, да, точно, я по факту, братанчик. Так, Властелер, вгрызся в Тиника, нормально заехало, кресты пошли, двойной торрент, нужен какой-нибудь корабль, на корабля нет, все в кулдауне, вот он корабль влетит, бивер пытается уйти при помощи даунболдера, но не получается. В конце концов, отличный жестанчик, нанофрита или даныч, вгрызся в Абыча, у Абыча нет ульты, но зато есть соло квест, поэтому довольно сложно пробить ульта от Медузы. Ничего не сделает, но Лайфстиллер просто отвернется, ему по жопке начинают натирать по полной, в конце концов он погибнет. Ульта от Зевса дает даблкил, третий прилетает туда же, и остается только Скандал, который пытается убежать от скандального ДК-фобуса, который его при помощи Диген-ауры очень сильно замедляет форстап от Скандала на самого себя при помощи пики. Радианс сгорит Скандала, он сгорит его, лол. Да, он сгорит его. Боль. Ну что, ГГ? Эта игра, наверное, чуть подольше была. Подожди, всё-таки. Подожди. Что, там уже ливнул Абадон, что подожди? И что? Ну, нет? Просто так это сделал. А, просто так ливнул. Хорошо. Да, все в порядке. Я так понимаю, кто-то уже с огнетушителем просто выехал к нему. И пора уже. Так, раз байбек. Там есть байбек у Медузы. Глимс. Я так понимаю, что между картами я пофикшу, короче, свой звук, потому что звучит он прям очень плохо почему-то. Да, там, у тебя с микрофоном прям печально там. Да. А, видимо, не тот стоит какой-то, как может, с вебки или еще что-то захватывает. Не-не-не, у меня все ок. Может, у тебя захватывает что-то? Я же порой слышу себя у тебя. Нет, не может быть такого. О, ну это я все решил. Ладно, не суть. У нас тут это продолжается такое безудержное веселье. 25 минут, слушай, не стали идти дальше в атаку у нас Team Spirit. Правда, в смоках Witch Doctor один. На хосте бежит у нас Omni Knight, готов врываться. На кого только пока непонятно. Не знаю, на кого здесь врываться. Здесь надо на самом деле писать ГГ, а не врываться. Но молодцы, что борются, потому что все-таки карта непростая. Вот карта, она, да. Моя Мажор. Рыба моей мечты, вот он! Все, по-моему, это... А, там есть байбек. Байбек есть, нормально. Ужас какой. Ну давай выкупайся, что ли, я не знаю. Сейчас мидл занесут им. Очень быстро. А то уйду Зевса потратили. Слушай, она может сказать, что она впитала, все нормально. Все хорошо. Впитала, так впитала. Парни, я развел только их на спылы, все нормально. Да, теперь да, да, все нормально. На Экс заходит на ХГ, начинает делать кусь-кусь по тавру. Посмотрите, что делает Западон, ему просто выперли с ХГ. Говорят, ты неправильно здесь припарковался, иди обратно. Нормальный такой панч. Так, мату вгрызлись, мата минус. Тем временем выкупается у нас Медуза, пытается хоть что-то здесь делать. Под Глимсой ходит Omni Knight, он будет в порядке, повесил на себя РПЛ. Где Guardian Angel? Нужен Guardian Angel, срочно. Га, вот он, га, полетели дальше. Теперь можно просто дайвить. Дайвить как дизайнер нормально, задавил за одного, минус первый, минус второй, ГГВП. Изи как, изи лайк. Отличная карта. Так, это, с этим все понятно, здесь был изначально предсказуемый результат довольно-таки. Не в обиду, конечно, на Creativity, но еще по первой карте было ясно, что здесь совсем безыдейная дота какая-то. Вот, но меня волнует другой вопрос. Кого мы сейчас будем кастить на Бухаристе? Сейчас я спрашиваю Олега как раз по этому потому поводу. Что... Может быть, мы сразу можем лететь куда-то типа на Suicide. Я не знаю, там если на первом канале. Если на первом канале сейчас трансляция закончилась, мы можем сразу туда переходить, да? А, да, да, сейчас надо посмотреть. Нет, там еще вторая карта будет. Ну... А, нет. Или да.
Тогда... Да, там 1-0 сейчас пока что. Ну, все, можно тогда пока расслабиться. У нас, по идее, еще час времени, даже больше, полтора часа времени до начала Бухареста, так что вполне себе, можем подождать. Окей. Ну что ж, ладно, в любом случае поздравляем Team Spirit с победой. В принципе, довольно-таки уверенный дот. Ничего сверхъестественного, но Creativity не смогли показать, к сожалению. Хотелось бы, конечно, увидеть более, знаете, более-менее борьбу хотя бы. Но не, вот, не просто избиение, это, конечно, неприятно наблюдать, но что поделать. Жестко, но как есть. Ладно, будем с вами прощаться ненадолго. Увидимся с вами в 11 часов на первом канале Dota 2 Рухаб. Туда мы вернемся тем же составом и будем наблюдать уже за квалификациями на мажор бухарестовский, который будет в этом же году. Вот. Но вот, правда, неизвестно пока, кто там будет играть. По ходу мы уточним. Вот. Так что далеко не разбегайтесь. До скорых встреч.